Дамы и господа, я вас приветствую. Да-да, привет всем. Привет, привет, привет. С вами я. Да-да-да-да-да. Так вот. В связи с чрезвычайными обстоятельствами мы стали Олегом. У меня микрофон шалит. Минуточку, дайте я убавлю. Кузнец Бэбэй. Прикольная картинка. Это ты нарисовал? Красава, ля какой. Ну, я, кстати, так реально и выгляжу. У меня абсолютно такие же мышцы. Похожие на мозги. В Уфе горожане просят закрыть люки, оттуда периодически вылезают Олеги, понятно. Бебений Петрович? К чему это? Чтоб меня достать, стоял ты на ушах, забудь свои слова. Ты жив, едва-едва, ты вечный шутер. Что, блядь? Почему у Насти такая длинная шея? Можно вопрос? Она что, Петунья из Гарри Поттера? Сейчас попросил найти различия между этими фотографиями. Они одинаковые. Блядь. Ну ошибся я тогда и чё? Это что такое, можно спросить у вас? Вы что с Олегом делаете? Это поршень типа или... Нет, в пизду, блядь. Я больше не буду смотреть. Гандоны, блядь! Я вам больше ничего не буду рассказывать! Ничего, блядь! Ничего, все! Все, хуйма истории, блядь! Блядь, это и вы хули смеетесь там? Хватит смеяться, все! Все, шутки кончились! Кончились шутки, кончились. Все. Вы у меня доиграетесь. Доиграете. Это не база, блядь. Вы ко всему пишете это база. Абсолютно ко всему пишете это база. Абсолютно ко всему. Если я скажу, все, ребят, я решил, блядь, троповать в костюме кошка-девочки, вы будете писать, это база, ебать ты базированный, блядь. Слышь, падла, блядь! Это что за хуйня в комментах? Ты охуел? Ты охуел, блядь? Нет, я тут не похож на Пол Пота, блядь. Я не Пол Пот, блядь. Не Пол Пот. Это типа статуя, блядь, Олегу? И типа я срущая птица с таким носом? Ты дурак, блядь? Катаксан, ты заебал? Ты делай добрые фотожабы, это что? Принес базу стражникам Флотзова. Блять. Это хуя на меня и на Настю это надел. Четыре копатика. Ты не похож я на Пол Пота. Я не похож на него. Нет! Я не похож. Конституционные лагеря, терроризм, деспотизм, мирная добыча ресурсов. Блядь. Хватит! Я не похож на Пол Пота. Воу-в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 оу
Легендарный Толяныч, весом 20 кг. Она не клюет на особый доширак. Блядь. Легендарный Бэбэй. Имеет рекордную длину 170 сантиметров. Клюет на байты донат. Схавать Олега База. Это я не хавал Олега, блядь. Я не захавал Олега с макаронами. Кремль Бэпс. Плюс 150 копеек. Это база. Базированный еврей работает на Кремль. Нет. И это база бейст. Это не база, блять. Я достаю широкий штанин. Дубликатом бесценного груза. Читайте, завидуйте, я гражданин Советского Союза. Продавщица кваса после того, как к ней пришли два пиздюка с намерением налить кваса в 5-литровые пакеты 2-2 рубля. Все, на этом, пожалуй, все. Схватит фотожаб. Вот это база!